эфире программа Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. Ближайшие 20 минут о том, что формирует стиль жизни. Спонсор программы – туристическая компания «Иннатур». Теплое море и ласковое солнце Краснодарского края в выгодных предложениях от компании «Иннатур». В начале выпуска стильные решения. Сегодня в центре внимания черно-белые сочетания. Классика моды и яркий тренд этого лета. Летние торжества бывают разные по жанру и формату. И кроме, собственно, виновников, именинников, молодоженов, выпускников и их родителей, соответствовать ситуации должен каждый, кто в этом участвует. Пожалуй, главное отличие летнего варианта вечерней одежды – это цвет. Черный обычно хочется заменить на светлый или яркий. В качестве летних вечерних цветов можно выбрать самые разные оттенки – красного, синего, бирюзового. Если мы берем, например, темные цвета, такие как темно-синий или бордовый или брусничный, мы должны брать более интересную ткань, то есть, например, полупрозрачную, струящуюся, которая будет придавать женственность образу. И формы, красивые женские формы будут видны, но лишь как намек. Еще один летний оттенок пудровый прекрасно смотрится в кружевных фактурах. Кружево всех оттенков жемчуга напоминает нам о моде начала 20 века, эпохи декаданса. Поэты Серебряного века воспевали женщину, прекрасную незнакомку, очаровательную и загадочную. И, конечно, вот такое платье – это своеобразный гимн красоте женщины. Более смелым решением станет платье-трансформер в модном оттенке сезона. Съемный рукав, который предлагают дизайнеры, это своего рода свобода выбора, так необходимая и в вопросах стиля. Один из лучших летних цветов – это коралловый. Он прекрасно оттеняет кожу, очень хорошо сочетается с загаром. И, кроме того, это очень позитивный такой летний цвет, который не оставляет ни малейшего шанса плохому настроению. Если позволяет дресс-код мероприятия, помимо платья можно предложить брюки с туникой, шелковой блузой или же сложные многослойные сочетания с участием кардигана. Главные орудия труда визажиста – это спонжи и кисти. Впрочем, с недавнего времени голливудские гримеры активно используют в своей работе аэрограф. Как теперь можно нанести тональные и корректирующие средства, смотрите в эксклюзивном репортаже. Популярность естественного макияжа привела к появлению косметических продуктов, которые, с одной стороны, хорошо и надолго маскируют, с другой выглядят настолько натурально, что признаков косметики на лице почти не наблюдается. Меняется также и способ нанесения тональных средств. Так на смену кисти и спонжу приходит аэрограф. В Челябинске американская модель аэропода от компании Temp2Pro представлена в имидж-студии Елены Ивановой. Но вообще аэрограф – это в первую очередь бесконтактный макияж. Его история начинается в Америке, в Лос-Анджелесе и в Мекке всех звезд в Голливуде. Вообще изначально работали на аэрографе визажисты-гримеры, которые делали красивые луки для ковровых дорожек и для съемок. Настолько нравилось селебрити этот эффект, очень роскошный, холеной красивой кожи. И это хотелось носить каждый день, и не только, допустим, на съемках, но и на каких-то особенных торжественных событиях. Собственно, аэрограф, воздушная кисть, представляет собой небольшой переносной комплекс, состоящий из распылителя, шланга и компрессора. Благодаря тому, что используется жидкая эмульсионная текстура тона, создается эффект натурального атласного покрытия, которое достигается в одно нанесение.
Вообще работа с аэрографом строится по такой технике. Всего лишь три этапа. Первое – это нанесение тона. Нанесение тона – очень легкое, воздушное, баффирующими движениями, мягкое распыление, которое не чувствуется абсолютно на лице. Невозможно им запачкать ни волосы, ни одежду. И, соответственно, создается идеально натурально-атласное покрытие на коже. Второй этап – это нанесение хайлайта, добавить сияние. Сияние вы можете добавлять, в принципе, на зону над бровью и над верхней частью скулы. Также вы можете покрыть очень легким тонким слоем губы и создать эффект таких мерцающих губ. И, конечно же, третий этап – контурирование лица, для чтобы четко лицо читалось. При всей своей невесомости макияж, выполненный в такой технике, держится с самого утра до позднего вечера. И поскольку поправлять мейкап не нужно, с ним можно отправиться с работы прямо на вечеринку. За счет работы аэрографа получается эффект очень тонкий, абсолютно прозрачный, настолько деликатный, как будто у вас действительно, в принципе, свои высокие скулы. Это оценят, в принципе, не только девушки, которые используют макияж для выхода, допустим, на какие-то торжественные события, но и клиентки более элегантного возраста, потому что действительно здесь можно добиться идеального контурирования. Минимум вы сможете выглядеть легче, на 5 лет. Тонкая полупрозрачная кожа с эффектом свечения. С этой задачей аэрограф справляется минут за 15-20. Кстати, создатели аэрографа уже задумались над тем, чтобы выпустить версию этого прибора для домашнего использования. Но это пока только планы. Сезонная распродажа итальянской одежды. Елена Миро. Весна-лето 2015. Скидки до 50%. Елена Миро. Проспект Ленина, 65. В салоне домашнего текстиля «Тогас» сезонная распродажа. Скидки от 20 до 50%. Ждем вас по адресу. Братьев Кашириных, 159. Легкий макияж в бронзовых тонах визажисты предлагают практически каждое лето. Но мейкап в последних тенденциях всегда отличается нюансами. Три идеи, три концепции от наших экспертов в продолжении выпуска Beauty Time. Сменить летом тактику макияжа следует не только в плане оттенков, но и текстур, и даже способов нанесения. Примеры тому предложили специалисты мейкап-студии на трех актуальных концепциях визажа с акцентом на тон, глаза и кремовые текстуры. Летом у нас и без того очень хороший оттенок кожи за счет загара, поэтому мы будем использовать по минимуму тональных средств и легкую сияющую базу для лица. Для нанесения тона мы будем использовать влажный спонж, потому что он дает максимально легкое покрытие. Бронзирующую пудру мы будем наносить на выступающие части лица, которые загорают в первую очередь. Это боковые поверхности лба, это область скул. Бронзирующую пудру мы наносим легкими смахивающими движениями. Хайлайтеры относятся к категории продуктов, которые незаслуженно игнорируют. И зря. Эти едва заметные акценты летом самым волшебным образом преображают лицо. Что касается румян, важно, чтобы они имели в составе красный пигмент. Коричневый или оранжевый румянец уже не актуален. Мы наносим их не только на яблочки щек, но также немножко смахиваем их по всему лицу, чтобы цвет не концентрировался именно на одном участке. Один из вариантов добавить в летний макияж яркости – это цветная стрелка. Макияж готов. Мы сделали яркие стрелки, коралловые губы, использовали легкие текстуры тональных средств. С таким макияжем нам будет максимально легко и комфортно в течение дня. Цветные тени летом – идея, которая лежит на поверхности. Более острое решение – концептуальный смоки айс. В этом сезоне очень актуальны естественные, более пушистые, густые брови. Карандашик я люблю использовать более светлый по тону, чем цвет волос, чтобы брови у нас не выглядели нарочито нарисованными. Тенденция к естественности во всем, что касается мейкапа, сделала в этом сезоне особенно актуальными тени оттенков бронзы, шоколада, карамели и золота.
Чтобы создать образ летнего смоук-айс, я буду использовать кремовые тени. Они наиболее предпочтительны в летний период, потому что они водостойкие, прекрасно держатся, легко тушуются. И с ними очень комфортно в течение дня ходить. С ними даже можно плавать в воде. Если вы подводите нижнее веко темным карандашом, либо темными тенями, их обязательно нужно тщательно растушевать, чтобы не создать эффект маленького глаза. Естественно, летом в жаркие дни никто не застрахован от того, что макияж может потечь, поэтому карандашик требует обязательной фиксации сухими тенями. Смоки айс, даже если он выполнен в бронзовых тонах, является активным макияжем, поэтому его рекомендуют дополнять хорошо прокрашенными или накладными ресницами. Губы не хочется утяжелять более плотными текстурами, а хочется создать эффект влажных губ, чтобы был более знойный летний образ. Этот макияж можно использовать абсолютно для любого образа. Можно его одевать и с джинсовыми шортами, с рубашкой, можно с сарафаном легким, в пол цветным. Также это может быть и какое-то коктейльное платье. Третий макияж предполагает использование продуктов исключительно кремовых текстур. Первым делом я воспользуюсь карандашом цвета теней для того, чтобы смоделировать контур лица. Он наносится по основным корректирующим линиям. Это боковые поверхности лба, скуловая косточка и зона челюсти. Делается это все на неприпудренную кожу. Теперь нам необходимо определенные участки лица высветлить. Для этого мы будем использовать кремовый хайлайтер. Кремовые текстуры очень хорошо контактируют с теплом рук, поэтому их лучше всего наносить кончиками пальцев. Если мы хотим добиться очень легкого макияжа, в котором мы смогли бы пойти спокойно на улицу или на пляж, то мы используем кремовые текстуры в тенях. Конкретно это золотисто-розовый оттенок. Он придает сияние веку, при этом не акцентирует взгляда на макияж. В завершении будем использовать блеск, который у нас хорошо сочетается с оттенком румян. Наш макияж готов. В макияже мы использовали кремовые текстуры, которые хорошо растушевываются, имеют прекрасное покрытие, и их могут использовать даже непрофессионалы в своем макияже. Макияж, так же как и одежда и головной убор, должен соответствовать сезону. Не случайно каждый год выпускаются специальные летние продукты, и визажисты готовы научить их правильно использовать. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске самые яркие моменты конкурса Baby Model 2015. За 2 месяца занятий они научились дефилировать в школьной форме, в домашней одежде и в бальных платьях. 48 юных красавиц, скрывая волнение, появились на сцене финального шоу 12-го конкурса Baby Model. Задача жюри сложная и ответственная. Несомненно, все участники невероятно милы и обаятельны, но лишь некоторым удастся представить во всей своей детской непосредственности профессиональные навыки дефиле. Выбирали по общим качествам, по красоте, по тому, как она идет. Конкурс дает девочкам опыт в дальнейшем себя грациозно вести, уверенно. Жюри в первый раз, замечательный конкурс. Очень рада, что я участвую в этом конкурсе. Ощущения переполняют. Девочки красивые все, светятся глазки, они настолько юные, красивые. Тут проигравших нету, тут все победители. Пока девочки одной возрастной категории выступают, остальные меняют наряды для выхода. И если на сцене они конкурентки, то за кулисами настоящие подруги. Мне дочери очень нравится, поэтому как бы сложностей никаких не было. Запоминалось, ну, что каждый день мы, конечно, ездили, тренировались там, в жару, в холод. Она стала чувствовать себя намного увереннее на сцене. С людьми стала намного активнее. Я думаю, что ей это пойдет на пользу. Среди финалисток есть те, кто участвует в Baby Model уже не один год. За терпение и волю к победе они получили специальные призы. А самым, пожалуй, волнующим моментом стало объявление победительниц.
Когда я побеждала, вообще не могла уснуть. Я получила корону по этой модели. Поставлю ее домой где-нибудь. Ты ее поменять, девочкам показываю. Тебе сказала, что я завтра получу эту корону. Когда родители кричали, у меня все больше и больше было в себе уверенности. Я думала, вот кто возьмет эту корону, а оказалось, что взяла ее я. Ребенок такой, что она перед собой поставила, она всегда достигает. Они мы очень сильно боялись, что вдруг корона не наша, и она сильно разочаруется. У нее теперь цель научный труд какой-то сделать, исследование. Как уже не раз было сказано в этот вечер, проигравших здесь нет. Все финалистки за время подготовки стали взрослее и увереннее в себе. А значит, по праву заслужили эти овации. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске готовые летние луки из коллекции европейских дизайнеров. Как известно, платье является самым простым вариантом одежды на лето. Но тем не менее, любительниц надеть юбки, топы, брюки, рубашки и так далее меньше не становится. И все это необходимо не только стильно скомпоновать, но и выгодно подать фигуру. Одна из тенденций последних лет – color block. Это сочетание двух, трех и более ярких цветов. Органичным образ будет лишь в случае использования лаконичной одежды с минимальным дизайном. Исключаются вышивки, принты, аппликации. Но никто не запрещает использовать аксессуары, как, например, в этом образе, где 2/3 занимает синий цвет и лишь 1/3 бирюзовый. И для баланса добавлены цветной пояс и украшения на длинной цепочке. Двухцветное сочетание – своего рода классика. Рекомендуется всем вне зависимости от цвета типа. Обыгрывается как в деловом стиле, так и вечернем. Этот же офисный строгий лук можно преобразовать до вечернего выхода при помощи жакета такого же насыщенного и контрастного оттенка. Такие цветовые блоки могут быть не только горизонтальными, но и вертикальными, как и в этом образе, сочетающем платье и пиджак в актуальных оттенках лета. Также идею колор-блока можно реализовать и при помощи аксессуаров. Контрастный оттенок пояса подчеркнет цвет платья и сакцентирует линию талии. Этот же колористический ансамбль можно повторить и в комбинации топа и юбки-карандаша. И так как жанр ничего не запрещает, сюда не лишним при желании будет добавить жакет кораллового оттенка. Укороченная модель брюк всегда делает акцент на обувь, которая, в свою очередь, также может участвовать в цветовом блоке. Лето – это пора, когда можно и нужно экспериментировать с цветом. И не стоит бояться однотонных ярких вещей. Им всегда найдется применение, если сочетать их с друг другом или с более спокойными серым, черным и белым цветами. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Соне Кривой, 30. Туристическая компания «Иннатур» предлагает туры в Сочи из Челябинска. Полный пакет с проживанием и перелетом. Гарантированные места в лучших отелях. Дети бесплатно. Принимаем военные перевозочные документы сотрудников МВД. Телефон заказа 7107. В Сочи с «Иннатур». Цветочная мастерская «Экзотик». Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний. Дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-10-11. Работаем круглосуточно. Диплекс. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Я напоминаю, что спонсор программы – туристическая компания «Иннатур». А все выпуски «Beauty Time» можно увидеть на сайте bt31tv.ru. А у меня все, до встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой,
дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.